Мы на выставке CPM-2019, и рядом со мной стоит организатор этой выставки. Михаэль, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как все проходит, какое у вас настроение? Во-первых, добрый день всем. Спасибо за то, что я имею возможность здесь представиться. Конечно, я один из организаторов. Я заместитель директора, генерального директора выставочной компании Messages Love Москва. Одна дочерняя компания из, в общем, международной уже достаточно известной группы компании Messages Ludorf. Мы здесь проводим 33-я выставка CPM, Collection Premier Mode in Moscow. И накопился уже достаточный опыт. Но в этом году не то, что у нас вокруг проходит очень много изменений и в ритейле, и в бизнес-процессах. Мы впервые, поэтому хотели чуть-чуть относиться серьезно и предлагали нашим посетителям впервые вот такой новый маленький сегмент CPM Retail Solutions, где тоже и благодаря вас стоит стенд retail.ru, и мы с вами прекрасно здесь и работаем. Поэтому с этим сегментом мы хотели чуть-чуть тоже показать нашим байерам, это в принципе владельцы розничных магазинов по одежде, аксессуарам всех сегментов, мужская, женская мода, молодая мода. И какие сейчас есть уже решения, и знакомиться с теми требованиями и вызовами цифровизации, дигитализации, как это все везде прекрасно звучит, но этим надо конкретно заниматься. Люди должны понять, что им можно делать уже сейчас, сколько им обойдется и насколько сейчас это действительно необходимо для их бизнес-процессов в своем магазине, в таком пространстве, что вот эти продажи у них не больше и падали, и стабилизировались, и где-то, возможно, и могли и вырасти. Какие сложности были при подготовке к выставке? И вообще были ли они? Везде и постоянно есть, конечно, мелкие там ненакладки, понятно. В этом году чуть-чуть там было очень мало времени на монтаж, 3 дня, но это, извиняюсь, не столь важно. Главное, в подготовке к этому сегменту мы, конечно, раньше организовали такую выставку, как Shop Design, с 2003 по 2012 году. И только после этой такой большой паузы мы впервые просто сделаем такой сегмент, поскольку в Дюссельдорфе раз в 3 года проводится тоже такая выставка «Еврошоп». Это самая крупная в мире выставка по технологии, оборудованной для ритейла. И с таким фоном, конечно, нам чуть-чуть легче. Но все равно Германия, весь мир, а главное – это Россия. И здесь мы столкнулись с мелкими, такие проблемы, что фирмы, допустим, к сожалению, здесь одна фирма не пришла, что они, во-первых, хотели смотреть, им это все интересно, предлагать нашим байерам вот какие-то свои услуги или продукты. Но, как обычно, у нас маленькая сдержанность. Во-первых, давайте мы посмотрим, посетим и потом решим. Поэтому на данный момент мы можем сказать большое спасибо, очень благодарна всем нашим экспонентам в этом новом сегменте. И, конечно, очень благодарна retail.ru, где складывается прекрасное сотрудничество и тоже с другими порталами. Но retail.ru – это наше все. И в этом плане мы уже долгие годы работаем и будем больше работать. Поэтому большое спасибо. И мы сейчас имели уже реакции и хорошие отзывы наших коллег, что вот этот сегмент, конечно, не только наместно, не только востребовано, настолько это просто сейчас уже понятно на 3-й день выставки, будем повторять и расширять и совершенствовать. И, конечно, только с помощью, в первую очередь, retail.ru. Всем просто большой привет с выставки CPM. Спасибо большое, мы тоже очень рады сотрудничеству. Вам хорошего вечера и удачи. Да, спасибо.